Выставка «Юрий Гагарин» посвящена 90-летию со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Благодаря партнеру выставки, музею-заповеднику «Горки Ленинские», зрители смогут увидеть экспонаты из коллекции советских плакатов 50-х и 60-х годов. Футуризм, космическая тематика, бескрайние просторы до сих пор не изучены Вселенной. И впервые публике представлены три литографических портрета, созданных чехословацким художником Яном Микишем. Три литографированные портрета чешского художника Яна Микиша, Юрий Гагарин. И сегодня этот экспонат мы представляем впервые. Он уникален, можно сказать, потому что на нем три портрета, отличающихся немножечко друг от друга. Слева на полотне Гагарин реальный, в летном шлеме. Второе изображение призрачное, пока что нематериальное, сродни мечте. И третий фрагмент – портрет с красной розой. Цветок, по мнению художника, символизирует сбывшуюся мечту – первый полет в космос. Напомним, Ян Микиш родился в 1934 году. Чешский художник-график, иллюстратор, живописец, работавший с техникой литографии, линогравюры и афорта. На открытии выставки также провели лекцию «Юрий Гагарин. Простой советский человек». Экспозиция продлится до 28 апреля 2024 года. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.